Поселок Соколовка, улица Связи, дом 19. Здесь в ночь на 1 августа произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на четвертом этаже. Прибывшие пожарные подразделения обнаружили загорание в одной из квартир многоквартирного дома. В 0 часов 25 минут пожар удалось ликвидировать. Вследствие пожара повреждена двухкомнатная квартира на площади около 10 метров квадратных. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей и 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Александр – житель 5-го этажа. Сгоревшая квартира находилась прямо под ним. Мужчина принимал непосредственное участие в тушении пожара. Я проснулся от того, что у меня дым был. Дома в квартире я задыхался. Мать у меня больная, тоже задыхается. 70 лет было. Я смотрю, тут в квартире у нас долбит. Ну, потом тут долбит. Я дверь открываю. Они вот хотят ломом, кувалды, хотят дверь открыть. У нас сосед прибежал, принес, мы дверь отпилили. По словам мужчины, пожарные приехали через 10 минут. Вместе они и вытащили из огня погибшую женщину. Квартира на четвертом этаже сейчас выглядит именно так. Дверь сняли с петель, а вокруг перчатки и пепел. В пожаре больше пострадавших не было. По словам соседей, женщина долгое время жила с матерью, а после ее смерти совсем одна. Она работала парикмахером, была одинокая. Что там случилось, я не знаю. Может быть, плохо стало, потому что обгорела она очень сильно, лицо все. Соседи отзываются о погибших хорошо, говорят, что алкогольными напитками не злоупотребляла. Версию о причинах пожара никто не выдвинул. Соседи снизу, на третьем этаже, пенсионеры. Они также пострадали от пожара, правда, совсем по другой причине. Их квартиру залило водой. Кухня и вот тут прихожая. И немножко вот эта вот стенка с той стороны. В день пожара Петра Михайловича и его супруги дома не было. На трагедию они узнали только утром 1 августа. Сейчас разбираются с одним из ее последствий. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».